Перед началом учебного года Министерство внутренних дел проводит всероссийскую благотворительную акцию «Помоги пойти учиться». Для сотрудников полиции города Десногорска эта акция стала традиционной. 27 августа помощь детям оказали уже в четвертый раз. В этом году сотрудники полиции помогли со сборами в школу 12 детям от 7 до 16 лет. В рамках акции на готовность к учебе были проверены несовершеннолетние, состоящие на учете, а также школьники из неблагополучных и малообеспеченных семей. Прежде всего были отмечены ребята, которые лишены самых необходимых школьных принадлежностей. На профилактическом учете в ПДН УВД по городу Десногорску, в органах опеки, в комиссии по делам несовершеннолетних состоят семьи. Мы списочно выбираем семьи, которые действительно нуждаются в оказании помощи, где родители материально не смогли, не успели подготовить детей должным образом к новому учебному году. В здании ОМВД дети, которые готовятся сесть за школьную парту, получили наборы канцелярских принадлежностей, без которых учебный процесс попросту невозможен. Поддержку в приобретении подарков оказали общество с ограниченной ответственностью «Смоленск Теплокор», акционерное общество «Электроцентромонтаж» и предприниматели города. К участию в акции также были привлечены сотрудники МЧС и городской прокуратуры. Представители спецслужб присутствовали при вручении наборов и лично поздравили детей с наступающим Днем знаний. Теперь, благодаря государственной и муниципальной помощи, дети из малообеспеченных семей смогут начать учебный год со всем необходимым. Виталий Волков, Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.